сегодня катаемся. С вами сегодня XMR и литровая ЦФ-ка. Дождей было много, должно быть весело. Вам приятного просмотра. Так, ну что вы, как желаете ехать? По веселому маршруту или в объезд? Так это наше было? Да. Да. Просто кто хочет по суше, можно направо, кто не хочет, вон через камыши прямо. Вован, ты как, через камыши? К Валдае будешь готовиться? Давай, я сейчас могу за Валдае ехать, как автомобиль. Что, прямо едем? Так вон нам прямо в лес туда. Там впереди, ребята. Болотце-то зачетное. Папа на телефоне. Тут чисто. Ну болото просто. Просто ковер. Что, Саня, как оно? XMR сейчас на дно уйдет. Саня, не газуй так! Саня, ну шел. Дно болото. Я проехал. Саня, что случилось? Коврик тут, ковер тут зачетный. Да зачем тебе полное это? Просто зачет. Что там? Так, а нормально улетел тоже? Да, да. Что, в обратную сторону? Вот я вам сказал, болото-то зачетное. А мы его столько лет объезжали. Зачем тебе полное? Я вообще не включаю ее.
какими ходами-то? Я... Все? Хорошая дрессинка-то. Что, в общем? Что значит? Цевки приехали, а БРП засало? Все верно. Ой, Вова, сильно-то не газуй. В натяг-то не пробовал? Не помогает? Что, Саня, покажешь, как надо? Я боюсь просто за бревна очково. Ползет, ползет. Все, приполз. Поняли, как надо, да? Мы ее 3 года объезжали, эту лягу. Но она глубже была, ее торфяник замыло. Она из первой до года уже канавиной была. Мне кажется, затянуло торфяником ее. Мы тут, если еще парочку раз проедем, как бы, ну, то найдем ее. Воды подстало вроде, но не намного вроде, кажется. Да, наверное, лебедки готовить. Даже тут не подняться будет. Слишком круто, ребятки, не выйдет по песку.
Все, давай разведку. Мы по очереди, давай, вот сразу не едь. Опа. Дело не в остужении, дело в том, что там не подняться без лебедки, мне кажется. Так, куда ее положить? На шею. Чего? На шею. Делал вот так сюда, как коробочку. Сразу на дно уйти. Воды поменьше, но и... Но ее много. Опа-на, в рот, тут вообще. Я встану. Стало-то поменьше, да? Было на полметра выше воды. Но здесь слишком круто. Мне кажется, без лебедок здесь не вариант. Крокодайл. Ой. Там много, много лебедки размыто. Там было меньше. Чтобы нормально зайти, как бы, под прямым углом. Или такого с одним колесом залетать. Что там было, моется опять? Да, подождите, я еще не уехал. Ох ты, блин, деревья. Там следующий.
Тапку, тапку в пол, Вова. Ты что-то на дно идешь. Что, держать-то его, да есть. Кажется, не заберется. Хотя он на пузе висит, Вова. А здесь у тебя лебедка, что ли, а? Подтяни, говори. Да, Вова, вон, иди вон там. У меня вот там зацеплено. Можешь пользоваться. Он на пузе висит. Здесь только если Саня может залететь еще на XMR. Вон, за чергу цепляй. Корочка-то работает. Деревья не портим. Саня, ты что, нам покажешь, как ездить надо? Вова, ты хоть слезь с него, тут дерево-то, блядь, нет. Вова! О, стой, 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 Вова. На, ниже, волнуйся. Оставь лебедку. Давай. Зашел. А ты говоришь, давай толкнем, говорит, заедет. Буду без лебеди, без вариантов. СМР, давай. Слишком большой перегиб здесь. Еще все шансы были перевернуться только что. На дерево насадиться, смотри, какая палка течет. На, смотри, на куда она. Блин, такая, я тут вообще накопал уже без вариантов. Стенка. Yeah. Смотри, как ты, берешь вот эту палку эту под собой. Да голову-то не морочите, лебедку прицепите и нормально все будет. Лебедку у нее потом мотать, Саня. А только, Саня, по другой угол взять. А только я вот за палку опасаюсь. Четко проходит ровно. Только не сходу. Вот тут. Давай. Не-не-не, стрёмно, стрёмно. Я придержу его за бампер-то. Я придержу его. Сваливает. Можешь там попробовать, Саня. Ты его вставай между колеи, колеи, Саня, лучше встань, чтобы лебедке было легче дышать. Дерево заезжает. А все, он висит, видишь, на пузе, он не может этот. Там ты щелкай в бок, да? Нет, затянул.
на лебедя. Стой, стой. А там вначале трассу не гирдык уже, где там просто едет этот мусор. Почти. Ты щелки брался? Тут немножко так, что надо, конечно. Стенка хорошая. Да, на лебедочке. XMR, XMR выпал. Далеко стоял-то? Вообще нормально. Что, в болото поедет кто? Ух ты, блядь. Напоследок еще, да? Чё вы там, блядь, шуржите-то? Мне чуть-чуть не хватает ему, а? Это висит как будто, блин.
чем тут гонка? Что-то не по плану пошло. Не по плану. Эгипатор тоже не может. Так я там уже глубже и глубже, все, сейчас они кретины. Официально заявляю, это лужа проезжая только в одну сторону. Там палки поперек лежат, они мешают жопе заскочить. Цепку не получилось запнуть. Ходами на глиссере идти. Ну, здесь уже хорошая ямка. Саня. Там, бля, реально палки. Там палки, палки. Лепехами кидается, но не сдамся, говорит. Я, говорит, распашу это болото, распашу. Саня, надо бы спрыгнуть, чтоб он сам. Саня. Сань, там палки. Там, походу, или пень, или что-то есть какое-то. Меня просто перебивает. Саня, что случилось, Саня? Закидала конкретно. У нас конкретно закидала. Что говорить о тебе? Его бы спрыгнуть, чтоб он сам налегке, да? Куда налегке-то? Здесь палка идет. То ли пень какой-то. Нет, палка, вот. Палка идет. Что-то накопал. Копал уже знатно. О! Давай, блин, куплю. По полям, по полям. Ладно, попробуй. Попробуй. Ты должен это сделать. Должен пачкаться, как все. Ну, Вован. Че, опять СФ спасает, да? Стой! Вот, давай.
Что, маршрут Жак Ив Кусто называется? Не, на том-то берегу нормально вроде. Вначале-то дохуя, у того-то берега нормально. Давай, Вова. А что там? Ну как, что поднимешься? Мне кажется, там станет тоже без вариантов. Разрез колеи надо. Да, по колее по Вовине пошел. Саня еще на... Саня... Сейчас Саня еще... Сейчас Саня еще норовит, блядь. Не едет. Да не запрыгнуть, ладно, нигде тут. Да? Дефочка смогла. Ну только Саня сюда, если. Вот там глубоко, глубоко справа. О. Как по асфальту. Дно в деревьях. Мы с вами, кажется, мелко там. Что, прямо не проехать? Ну да, здесь нормально здесь. Вон там подниматься надо, Саня. Маршрутик мы нашли тоже, ребятцы, братцы. О, тут опасная ситуация. Саня, не едь туда. Саня, там...
слева. На, Вову подождать. А кто-то ходил здесь? Да, ждем. Что там, Вова, исполняешь-то, а? Владимир Кусто, ты что? Говорил же, спусти колеса. Гвоздь принести. А, блядь, заебали комары нахуй. Прямо это есть. Да и прямо это уже. Там свары. Да есть, давай, нормально. Стой, 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 бревно. Задняя, вот, видишь, вот бревно у меня, видишь, под нога. Есть бревно. Давай потихоньку, не тяг. Подожди. Давай. Стой, 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 стой. Так, что? Нихуя, ты на бревне висишь. На бревно, это куда? Вот. Вот оно, два, до конца идет. Прямо едь назад. Вот есть так. Вот, стой, стой, стой. Самосудка вообще маленькая. Если вы мать, вот здесь. Тут. Вот здесь-то она вообще 15 метров. Вот сюда развернуться. Куда-то есть, вот еще мелко. Бля, вот она закончилась, ёпта. Вот, все, блядь. Вот так есть, вот так есть. Куда, мелко, нет? Вот тут мелко, вот, да, извиняюсь. Вот сюда, сюда. Куда не едь, вот так и едь. По бревну едь. У меня едь. Все, он уже не едет. Вова там утонь пришел, наверное. Да где он там? Он все. Что, мы разворачиваемся? Ну я по лесу не изучал еще особо дорогу. Я поехал Вову спасать, думал. Вот там Кусто опять. Проверяешь на стиля на этот. На герметичность. Вова, главное, чтобы вейдерсы были герметичны. Там еще дальше. Да.
да я назад влезу. Не-не, вон там столик. Обратно. Мы не сдаемся. Аккуратно, здесь не цепится крылом, надо потом. Нет, у них каза лебеди. А, пробуем вот это дерево. Вот этот куст. Ох, я же тут. Да надо, Никер. Дай за куст за это, Вова. Вова, давай тащи за это, за тот, сюда, зацепим. За самый корень надо. Захотели же маршрут вдоль речки. Вовина была идея. О, за самый корень там снизу. Он толстый. Пил? Палки. Да, сразу вон на лебедку цепани. Стой, 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 стой. Давай Боба лебедку. Сейчас за лебедку и он развернется. Давай. Стань уже лебедка, ты уже скоро это. Когда связано 100 раз после этого. Не заспала? Ага. Стоп!
Давай. На лебедочках выбираемся. О, Ань, смотри, не спеши. Не-не, сильно не газуй, на тях. Лебедочку и слегка. О. Да, суки. Да, есть момент, зажирает, комаров много.